В последнее время участились случаи телефонного мошенничества с использованием подложных телефонных номеров, копирующих контактные данные, опубликованные на официальном сайте Главного управления МВД России по Московской области. Представляясь руководителями структурных подразделений и территориальных органов внутренних дел, мошенники сообщают о том, что в целях безопасности гражданину необходимо перевести средства на некие страховые ячейки и выведывают сведения, составляющие банковскую тайну. Будьте бдительны и предупредите пожилых родственников. Сотрудники полиции никогда не интересуются расчетными счетами и другими персональными данными граждан.